Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. В общем, во время рождения поросенка, в идеале, вот как только он родился, надо ему обломать зубки. Если этого не сделать, у белых свиней они начнут мамку свою царапать, беспокоить. Из-за этого она будет себя плохо чувствовать и может их не пропускать. Видите, вот два веса сверху зубика. Да ты, сука, кукусучий, два снизу. В общем, сейчас покажу, как это делается. Единственное, осторожно, смотрите, кусаешь, сука, как... Видно, да? Два зуба сразу хрясь и все. Если его опустить вниз головой, он не так громко кричит и чувствует себя, ну, как сказать, в состоянии подвешенном ему не очень удобно, поэтому он более спокойный. Опять же, видите, да? Два зубика попало, класс, все. Сейчас мы развернем, говорю. Ну, в принципе, все можно... За лапы возьми. Одному все сделать можно. Я просто для того, чтобы было удобнее снимать. По поводу дезинфекции там и тому подобному. Все это прекрасно, я понимаю. Обезболивание. Но имейте в виду, это свинки. Свинки, они жирность дикая, поэтому особых там каких-то... Все туда, относись, бросай. Все, вот у нас рыжая свиноматочка. Илюха, может, ты отойдешь? У нее сколько поросят? 12? А сколько кого? Кто говорил считать? 7 больших? Нет, дело не в этом. Штук 5 этих девок и... Остальные мальчики, да? 7 мальчиков, 5 девочек. Все, свиноматочка у нас хорошая, умненькая. Поросяток кормит хорошо. Это какой день уже пошел? Второй? Да. Ну, это второй день только, да, они еще слабенькие, конечно. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Зубы ломать в обязательном порядке. У белых свиней 100%. Если вьетнамцы можно это дело, как бы, пропустить этот процесс, то у белых надо, иначе упорите свиноматку, она их будет, ну, у нее будет потом, не дай бог, заражение, и она начнет их отгонять от себя. В общем, будет проблема. Если же это все сделать вовремя, а еще если при рождении, у нас просто рождение было такое веселое, что не до этого было, я потом расскажу в каком-нибудь видео, познавательное видео сделаю. Ну а так все просто делается, все просто и быстро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго.